Ты поплыл. Ты всегда ты меня... Вот ты сейчас врешь. Поплыл? Просто. Да, ты врешь. С чего я вру? Ты врешь. Я не вру, не надо меня обвинять, что я вру. Мне этот человек неприятен, его линия, модель поведения мне абсолютно неприятны. При других людях ты говоришь, что я убегаю от тебя. Сейчас ты меня перебиваешь, вот так ты и перебиваешь. Потому что ты врешь, так. Вот сейчас ты врешь. Чего я вру? Он уже начинает мне в ответ агрессировать. А это что значит? А это значит то, что там, наверное, есть что нужно скрывать.